Перекресток Среднесадовой и Свободы давно в списке потенциально опасных. Здесь часто случаются ДТП. Теперь движение станет регулируемым. Современный светофорный комплекс появился здесь по муниципальной программе повышения безопасности дорожного движения. Рабочие уже установили опоры и дорожное ограждение. Теперь закрепляют светофор с обратным отсчетом времени. Оборудование, естественно, современное. Оно отвечает всем требованиям ГОСТа, которые существуют на сегодняшний момент. Светофоры светодиодные. Но срок работы не менее 5 лет. Этим летом движение станет безопаснее на 33 участках городских дорог. В запланированном перечне все особо аварийные точки, указанные госавтоинспекцией. Это переходы и перекрестки, где часто случаются аварии. Сейчас бригады подрядчика одновременно трудятся на нескольких объектах. В первую очередь должны установить 15 светофоров. 7 полноценных перекрестков, где перекрестки вводятся регулированные. 7 – это пешеходные переходы регулированные с кнопкой ПВО. И 1 – светофор Т7 в районе образовательного учреждения. Полностью завершить работы и установить все светофоры планируется до конца июня. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.